Любой проектировщик скажет вам, что прежде чем делать пол теплым, нужно детально продумать расстановку мебели. Используя теплый пол Юнимат, об этом можно не беспокоиться, поскольку он не боится запирания и перегрева. Его основу составляют гибкие нагревательные прокрасные углеродные стержни. Укладывается он в тонкую стяжку или плиточный клей всего на 2 см. При этом избыточная влажность для него не помеха. Он также рекомендован для ванных комнат, санузлов и бассейнов. Система самостоятельно регулирует теплоотдачу на разных участках в зависимости от внешних условий. Это снижает энергопотребление системы до 60% и делает невозможным перегрев. Даже если произойдут механические повреждения отдельных стержней, система продолжит работу благодаря их параллельному соединению. Данный теплый пол обеспечит надежный, экономичный и полезный для здоровья обогрев и прослужит долгие годы.